Доброе утро. Буду делать завтрак. Мои все повставали. Оладьи сделаю. Очень легко и просто делается. В таких упаковочках, они еще такие дешевые, продаются. Вот такие панкейки. Очень легко делать. На один стакан 3/4 стакана воды. Так что получается у нас такой быстрый завтрак. Вот такой стакан. Я туда его насыпаю. Вот чуть воды налью. И замешаю. Вот воды сюда. И замешиваю. Здесь надо просто смотреть. Можно еще чуть-чуть водички. Вот, вот такое получается тесто. Сейчас еще больше вымешиваю. Но я, наверное, всегда добавляю сахара еще чуть-чуть. Да, вымешиваем пока, чтобы не было комочков. Вот жарятся теперь эти панкейки. А, муж рассказывает про своего кота, как всегда. Вот. Так что скоро будет завтрак. Вот только с одной порцией получилось этих панкейков. Вот. А муж еще он любит эти оладушки со специальным подливой молочной. Вот нужно пожарить вот такую, ну, мы можем сказать, колбасу, фарш, но это сосич. Вот она острая, так как я ее жарю. Вот. Ложим маслечко и сейчас нальем молока. Наверное, стакан молока. Ложим туда все приправы, какие вы любите. Ложим вот разведенная столовая ложка муки с водичкой развели. Вот. И туда вливаем потихонечку. И быстренько-быстро мешаем. Так будет превращаться в кремоподобную подливу. Мы туда еще положили вот эту сосич, колбасу, которую мы пожарили. Мелко ее нарубили. И вот оно теперь там подливы. Зальем этой подливой наши панкейки. Вот так я покрошила оладушки. И наверх залью подливой. Вот, теперь получился завтрак по-американски. Да, сначала думаю, да что же это такое? В блины, в оладушки вот такую подливу. Ну, вы знаете, неплохо. Это чисто американское, наверное, давно уже этот рецепт. Вот, мой муж говорит, что ему мама все время такое делала, на всю семью. Ну, наверное... Ну, я не могу сказать, что это прям мне очень нравится, необычно. Ну, просто мы к такому не привыкли. Ну, а так на вкус неплохо. Так что, приятного аппетита моему мужу. А мы будем есть оладушки чисто или с вареньем, или со сметанкой. Заказали вещи для Богдана перед школой. Вот. Так как он так быстро вырос и поправился, много всяких штанов, ох, спортивная пижама, нижнее белье, носочки. Все, в школе мы готовы. Даже красивый вот рюкзак. Вау.
было все на распродаже. Вот. С одного веб-сайта все заказали. Бесплатная доставка. Так что за $200 вот столько вещей. Я извиняюсь, не сделала я фотографию торта, которого обещала сделать. Вот. Зять купил его так быстро. Сам, пока я там что-то выбирала, он быстро взял торт, его упаковали. Вот. И сюрприз был тоже без меня. Они вот сами там с молодежью отпраздновали Кристину день рождения. Вот. Но у нее будет день рождения завтра. Вот. Но они собираются ехать на океан. Если возьмут меня с Богданом, будет здорово. Может, они и сами поедут, так что их не выбор. Но она сегодня придет ко мне на ужин. Зять уехал на футбольный турнир по футболу. Вот она одна. Может, сделаю ужин. Попробую, может, еще тоже спечь ей торт какой-то. Вот. Так что тогда его мой торт сниму, какой я сделала. Но тоже не обещаю. В бассейн хотим пойти, и Кристина, и я, и Богдан. Ну, посмотрим, как все получится. Ну, так что, ой, мои дорогие, всего вам хорошего. Рада, что вы меня посмотрели. Пока-пока. Всего вам самого хорошего.